В этом доме по улице Убаревича канализационные трубы в подвале не менялись уже 40 лет, говорит жительница Эмма Григорян. Женщина возмущается, каждый год сталкиваются с поломкой, из-за которой по всему подъезду расползается жуткий запах канализации. Несчастье всего дома – это подвал. Порванные все трубы, хомут на хомут накладывают, помощи никакой абсолютно. Приходят, делают дезинфекцию, но как ужасный запах в подвале был, такой и остался. Неприятный запах – это не единственная беда, говорят жильцы. Из-за сырости в подвале стены квартир на первом этаже покрываются плесенью. Заводятся мошки и земляные блохи, сетуют люди. Мы когда заселились сюда, поначалу вроде бы ничего не было. А потом, когда начали трубы прорывать, начала вся эта сырость, и вот это не выводится. Оно постоянно. Неоднократно, уверяют жильцы дома, жаловались коммунальщикам. И в ЖЭК, и в водоканал ходили. Но ответ каждый раз один и тот же. Пишут, что была комиссия, посмотрели, все нормально. После них проходим, заходим в подвал с фонариком, смотрим. Нигде ничего не сделано. Полили хлоркой и опять ушли. А в ЖЭКе вообще слушать не хотят. Вообще слушать не хотят. В ЖЭКе журналистам удалось застать только инженера. Начальник с утра был на планерке. Он пришел с планерки. Уже было половина первого. Значит, а он еще должен еще обедать. Ну, уберите этот свет с глаз. Ну, не будьте такими наглыми. После перерыва на обед в кабинетах ЖЭКа так никого и не появилось. А все тот же мужчина, который встретил съемочную группу, заявил, жалоб от жильцов дома по Убаревича к ним не поступало. Посоветовал обратиться в Харьковводоканал. Говорить на камеру в коммунальном предприятии традиционно отказались. На вопросы ответили письменно. Заявляют, жильцы сами виноваты в поломке труб. Дескать, выбрасывают в канализацию бытовой мусор. По информации диспетчерской службы КП «Харьковводоканал», заявки на устранение закупорок бытовым мусором канализационной системы по вышеуказанному адресу поступали уже неоднократно, что связано с отсутствием у жильцов культуры пользования внутридомовой канализационной системой. Также в документе отмечают, в подвале дома провели дезинфекцию, почистили и трубы. Однако жильцы уверены, им это не поможет. Устранить жуткий запах, которым уже пропитан весь подъезд, можно только заменив трубы. Карина Авджан, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».